Искусство и наука объединились, чтобы рассказать людям о хрупкой экосистеме коралловых рифов. Морской биолог Колин Фурд стал одновременно и художником и создал уникальную световую инсталляцию. Она проецируется на здание Центра исполнительских искусств в Майами. Яркие краски сменяют друг друга, отражая жизнь морских обитателей. Это призыв к действию. Это признание того, что мы должны объединиться и спасти нашу планету, если хотим создать мир, в котором наши дети и внуки смогут жить хорошо. Фурд уже больше 20 лет выращивает кораллы в лаборатории. Сначала большой поддержки не было. В то время ученые считали, что разводить кораллы искусственно не получится. Сейчас все изменилось. 15 лет назад Фурд вместе с другом-музыкантом запустил проект Coral Morphologic. Эта инициатива посредством искусства рассказывает о жизни кораллов. За ними также можно понаблюдать через видеокамеру. Она установлена в заливе рядом с шоссе, соединяющим Майами с курортным городом Майами-Бич. Подписывайтесь на наш канал и смотрите мировые новости. Мы освещаем факты, а выводы делаете вы сами.